14 лет. Они и думать устали. Виновен, невиновен, жив, мертв. Об одном жалею. В школе учили, как вычислить площадь ромба, метод буравчика, формулу цинка с хлором. Кем и зачем была создана в мире бомба? Жаль, не учили, как жить, распрощавшись с домом. Мы изучали в разрезе головку лука, будто нам это надо первостепенно. Как нас кромсать будет жизнь, не учили, сука. Химия, урок, это внутривенно. Блажен, кто посвятил сей мир в его минуты. Нас не учили родным выбирать могилы. Черточка между датой тире и только. Нет теоремы о том, как набраться силы. Нет аксиом, чтоб узнать, нам осталось сколько. Что-то не помню, что был семинар на тему, как встать с колен, ответив судьбе достойно, как из больничной сделать домашнюю стену. Если малыш кричит, помоги, мне больно. Если старик приносит бульон и хлеба хрупкой жене, что стонет в шестой палате, там полумрак, из окон не видно неба. Как же врачам сказать, отключайте, хватит. Нет, не давали знаний, что нужно делать, чтобы обрести растраченную надежду. Как без ноги мальчишке учиться бегать после дождя и в лужах марать одежду. Нас не учили терять и прощаться с теми, кто был дороже жизни, ценнее клада. Нас не учили, а может и не хотели. Трудно ответить, а может быть и не надо. Об одном жалею. Так хочется пожить по-человечески. По-человечески.